Лихорадка Эбола продолжает распространяться в Западной Африке. Первый случай заражения смертельным вирусом выявлен в Мали. Опасное заболевание обнаружили у 2-летней девочки. Она недавно приехала из Гвинеи. Ребенок госпитализирован. Мали стала 6-й западноафриканской страной, затронутой лихорадкой. По последним данным ВОЗ, от заболевания погибли 4877 человек. Около 10 тысяч инфицированы. Тем временем в Нью-Йорке с симптомами Эбола госпитализирован американский медик, вернувшийся из Гвинеи. 33-летний Крэг Спенсер находится в одной из больниц Манхэттена.